Ребят, всем привет! Вы на канале Join Games. Мы продолжаем играть в симулятор качка. И сейчас мы с вами прокачаем скорость до 17, я думаю. Потому что, ну, скорость она тоже важна. Мы, смотрите, с вами становимся здоровее. А есть люди, которые бегают очень быстро. И мне кажется, то, что это вот все как раз зависит от скорости. Они, наверное, на беговой дорожке очень долго были. И поэтому у них такая скорость большая. Надеюсь, у нас тоже будет он быстро бегать, потому что он очень медленный, хоть и большой, но очень-очень медленный. Смотрите, у нас скорость уже 17, ну, я думаю, в принципе, пока что этого, наверное, будет достаточно, хотя можно попробовать даже до 20 улучшить скорость. Интересно, сколько тут максимум. Так, а вот здесь на табе не показано, да, тут только сила у нас есть, сила и все. Да хватит тебе, ты что делаешь? На. Ты кому сказал? Вот так вот, ребят, видели, как я его? А чё он подошел ко мне и давай на меня гнать? Вот так вот я его сейчас победил. У меня, конечно, жизни, хотя они вроде бы восстанавливаются по чуть-чуть. Сейчас посмотрим, если он еще раз подойдет, мы ему опять наваляем. Потому что нечего тут к нам подходить. Мы всех победим. Так, ну, знаете, скорость... Это, конечно, хорошо, но, наверное, сила тоже нужна. Интересно, вот, например, соотношение какое должно быть. На 1100 силы сколько лучше скорости? Потому что я, например, не знаю. Интересно, он будет худеть как-нибудь или просто быстрее будет становиться? Может быть, да, кстати, только он быстрее, скорее всего, будет становиться. Именно вот бег, и, возможно, даже он будет быстрее... прокачивать, не знаю, там гантельки быстрее будет двигать или, я не знаю, отжиматься быстрее. У нас, кстати, сейчас через 6 секунд, через 5 секунд будет событие. Давайте, кстати, будем участвовать в нем. 18 у нас скорость, ребят, уже. Так, да, погнали, попробуем. Так, нет, это надо гантельку качать. Так, гантельку берем. Такая голова маленькая, ребят, смотрите, малюсенькая. Да, конечно, мы неплохо так подкачались. Так, во, еще круто то, что нам эти дают не коины, а гемы. Это тоже очень хорошо, но пока мы прокачиваемся. Так, давайте вот так вот, оп, вот так вот, давай, быстрее. По семерочке нам дается, конечно, сила, это не так много, как хотелось бы, но ничего страшного, будем прокачиваться. По один дали, ничего так мало, очень мало, хочется, чтобы... поболее давалось. Вот, по 9 уже нормально. Так. Я думаю, мы, наверное, 1500 сегодня силы сделаем. Хотя бег тоже хочется увеличить. Может быть, даже и мы бег сможем увеличить. Не знаю, там до 20, например. Ну, в принципе, да, до 20 несложно будет. А там уже дальше, не знаю, посмотрим. Так, пока давайте прокачиваемся. Так, 10, кстати, гемов дали. 10 гемов. А? Ребят, вы видели? Смотрите, какой он быстрый. Как таким тоже быстрым стать? Ребят, смотрите, что у меня с головой? Что у меня с головой? У меня, смотрите, она от тела отошла. Опять я на третьем месте. Ну-ка, ничего себе, я гигант, ребята, вы смотрите. Вау, ничего себе. А почему у меня отходят все конечности? Смотрите, и ноги, и голова. Как-то немного неадекватно, что ли, смотрится это. Может, давайте... А, на 2000 там надо, вон, в следующий у нас вон, там вот откроется зал. Ну, как зал, получается, там новые идут вон большие гантели и большие штанги с грифами. Так. Ну, давайте пока отжимаемся, по четверочке нам дают, хотя давайте, ну-ка, попробуем вот так вот. Почему у меня так, смотрите? Смотрите, у меня просто все отходит от тела. От туловища, ребят, я не знаю, как это справить. Ну, может быть, это баг такой. Может, и справиться потом попозже. О, восьмерочку дали, хорошо. Ну, кстати, да, вообще мы очень увеличились в размерах. Я не ожидал, что так быстро будет это все. Так, прокачиваемся. И смотрите, у нас 120 гемов. Надо вот в этом брауле участвовать, потому что очень много там гемов падает. И это очень здорово. Так, у нас, кстати, 2 килла всего лишь за все время, потому что, ну, я как бы особо не дерусь, надо прокачиваться, а дальше уже посмотрим. Так, и давайте сейчас вот, о, десяточку дали, это хорошо,
Хорошо, хорошо, хорошо. Он тут, смотрите, большой хочет бегать, драться хочет. Давайте 1300 сделаем, и он на беговую дорожку встанем. Прокачаемся там, бег немного. Так, оу. А может быть не стоит? Может быть будем... Хотя, смотрите, нам по 2 всего лишь дают, по 2 силы, как-то маловато. Маловато, вообще маловато. По 2 сейчас дают как-то, ну, не знаю. Не то, что я хотел бы. О, 2 гема дали. Во, вот сейчас 10-ку дали, тут хорошо, да. Давайте посмотрим, сколько сейчас дадут. Ну-ка, плюс 9, хорошо. Кстати, сейчас в Бравле будем участвовать, так что давайте пока прокачиваемся тогда. Так, вот, еще плюс 2 гема, хорошо. Так, все, участвуем. Давай, прокачиваемся. Так, прокачиваемся. Сколько нам сейчас дадут? Плюс 4. Плюс 4, ну-ка, давайте попробуем поджимать. Ай, кончилось, ну ладно. Ничего страшного. Мы будем отжиматься. 10-ку дали. Вот этот, смотрите, с питомцем бегает. Это, похоже, не читеры все-таки. Они как-то прокачивают свою скорость. Или это от питомца они такие быстрые становятся и мощные. Не знаю. Там, смотрите, все медленные. Тут вообще медленный. Очень медленный. Так. Драться хочет, смотрите. Но драться нельзя тут. Драться тут нельзя. Ты лучше прокачивайся. Что ты меня бьешь? Пытается меня ударить, но не может. Ну, молодец, молодец. Давай, ударяй дальше. Плюс один к силе. Давай вот так вот. Голова вообще малюсенькая стала, ребят, смотрите. Малюсенькая. Во, 10-ка, это хорошо. Во, 10 гемов, класс. Ну, да... Ай, как же вот такие вот... Вот, ребят, смотрите, теперь все нормально. Теперь у меня конечности не отходят. Вот, хорошо. Кстати, вот, смотрите, тут лечь можно. Или нельзя? Нет, нельзя, я, наверное, слишком большой. 25 гемов? А за что мне дали 20? Мне 25 гемов дали за то, что я участвовал, ребят. Вот это круто. Это очень круто. Так, а почему я не могу ничего нажать? У меня 1-2 не нажимается, ребят. Почему не нажимается? Странно. Не нажимается вообще. Ну-ка. И сюда тоже он не ложится. Может, у меня опять багнулось, ребят? Просто... Ну-ка, давайте посмотрим. Это у нас наша статистика. Ну-ка. Вот, кстати, вот эта штучка нужна, но она стоит 1000 гемов, у меня столько нету. Ну-ка, сколько он дает? 10 000 силы вообще надо. Так, ну-ка, смотрим. Это у нас донатский магазин, это у нас скины. Вот питомцы, самый дешевый питомец стоит 2000. Плюс скорость он дает, вот этот питомец. Ну да. Вы видите, смотрите, за мной бежит, хочет меня ударить. Вот это он офигел, конечно. Ну-ка, да почему я не могу ничего нажать? У меня почему-то, не знаю, может перезайти мне быстренько? Потому что почему-то как-то ничего не нажимаю. Давайте на беговую дорожку встанем. Ой-ой-ой, слишком быстро как-то. Это для меня... Нет, я не могу на это. Вон, большая беговая дорожка, давайте туда встанем. Там, наверное, будет получше. И он у меня будет слетать с ней. Вот как раз по моим размерам. Вот, все, бежим. Так, по 0.02 скорости нам дает. Ну, знаете, давайте, наверное, до 20 попробуем. Вот. Ай, блин. Отстань. Я не могу, почему я не могу? А вот так могу. Стоп. Ну-ка, стоп. Почему? Я вот... Потом мышкой нажимаю. Да ладно, давайте будем вот так. Стоп, да. Нет. Все за мной бегают. Отстаньте. Что я вам сделал? Отстаньте от меня. Во, браво, класс. Все равно я не могу. Вот. Я нажимаю. Ребят, я не понимаю, почему он не хочет. Ой, что это было? Что это такое? Меня кто-то подкинул, что ли? Так. Он не прокачивается. Почему? Почему? Видимо, баг это все-таки. Баг. Да, я и драться не могу, и ничего нажать, в общем, не могу. Давайте посмотрим, что там будет после этого. Я нажимаю мышку, в общем, потом, после вот этого всего. И он у меня это... Ну, смотрите, я вот ложусь. Интересно, может, кнопку какая-нибудь? Нет, любую кнопку нажимаю, и он у меня сразу же встает, ребят. Вообще, почему-то, видимо... Ну, видимо, баг такой, да. Ну-ка, а если я куда-нибудь лечь на какой-нибудь, если возможно это? Тут слишком маленькие они. Так, я уже слишком большой для этого.
Так, бежим вот сюда. Ну-ка, давайте попробуем, может, скорость чуть прокачать. Ах, не получится, потому что слишком маленькая она. О, плюс 10 гемов дали, кстати. Ага. Ой, и еще плюс сколько-то гемов. Ребят, у нас 195 гемов. Вот сейчас, кстати, гораздо лучше. Вот, а теперь я могу, ребят. Странно, как-то... Это, видимо, баг был. Да, по 7 силы дается. Давайте 1400 сделаем силы. 1400 силы. И у нас и скорость чуть-чуть прибавилась. Мы, конечно, уже сделали 1500, наверное. Потому что, ну... Времени было предостаточно. Но почему-то он меня не нажимался. Странно, почему? Давайте так, вот так, гантельку возьмем. Голова маленькая-маленькая-маленькая. Вот этот ходит, смотрите, и убивает. Ходит и дерется со всеми. Надо наказать его. Ходит это. Вон, смотрите. Он, кстати, маленький, смотрите. Я тоже только маленький был раньше. Вон маленький-маленький, смотрите, вон стоит. Сейчас его кто-нибудь задавит 100%, потому что когда я был маленький, меня тоже давили. Давили и все, даже не жалели. Так. Плюс 9. Все, 1400, ребят, у нас есть. В следующем выпуске, ребят, продолжим прокачивать нашего персонажа. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.